Сегодня в одном из 5 детских домов Екатеринбурга, в доме детства номер 10, прошел первый этап совместной акции телекомпании «Четвертый канал», «Радио Си» и группы «Чайф». Акции по сбору рождественских и новогодних подарков детям-сиротам. Мягкие собаки-далматинцы от фирмы «Марвин», которым нравятся все. Маски, электронные тетрисы непосредственно от группы «Чайф». Костюмчики, хорошая одежа, как охарактеризовал ее Владимир Шахрин. Это первая порция подарков, первый мешок, поскольку привезли в детдом действительно в мешке. Следующий этап благотворительной программы наступит уже завтра. Есть вот такой компакт-диск группы «Чайф», который называется «Пусть все будет так, как ты захочешь». Это радиосингл, который никогда не будет поступать в продажу. Это для служебного пользования, для радиостанции. Они сделаны тиражом всего 100 штук. Мы выставляем на аукцион один из таких компактов, изначальная стоимость которого 20 тысяч рублей. Завтра в течение дня, в четверг, 15 января, вы можете звонить на радио Си по телефону 515-615 и устанавливать свою цену. Кто объявит самую высокую цену, тот, естественно, получит этот компакт-диск. А все вырученные средства, естественно, пойдут на подарки для детских домов города Екатеринбурга. Я вас всех люблю, целую, надеюсь, что вы не останетесь безучастными. Давайте сделаем праздник на Новый год нашим детишкам.